Волоковцев приглашают принять участие в обсуждении проектов благоустройства парков и зеленых зон города Балаково, в том числе и поля между 5-м и 8-м микрорайонами. Будем смотреть так называемое благоустройство парковой территории от кинотеатра «Россия» до вокзальной улицы. Здесь активное участие принимают сами жители, депутаты от этого округа, ну и, конечно же, архитектурный отдел администрации Балакова. Поэтому, обращаясь ко всем жителям, ко всем и депутатам, хотелось бы пригласить в принятие обсуждений по благоустройству той или иной парковой территории, которая есть внутри микрорайона. Особо обращаю внимание на нашу любимую территорию между 5-м и 8-м микрорайоном, потому что она у нас центральная, и здесь хотелось бы вовлечь и пригласить в эту работу всех неравнодушных людей Балаково-Балаковского района по благоустройству, предложению варианта приведения в красивую такую парковую территорию, нашу большую территорию между 5-м и 8-м микрорайоном.